любви, семейного благополучия, чтобы все было чисто небо над головой. И от нашего коллектива мы бы хотели пожелать вам всего самого-самого-самого доброго. Ваши друзья, ваши близкие, родные и наша маленькая, но надежная команда. Мы всегда с вами. Ланочка, ты как душа и сердце этого заведения, и как супруга и опора Григория Михайловича, эти цветы для вас. Прошу аплодисменты. Мы думали, что вам подарить. Хотели деньги подарить, потом одна из ваших дочерей говорит: да блин, потратьте все равно на шалахо. Я говорю, потратьте все на шалахо. Поэтому мы хотели, чтобы этот подарок вы повесили у себя в спальне. Вот так даже? Даже так. Ребята, попрошу открыть.